Я все против Фоксина, сегодня поиграю опять Undertale, третья серия, один тот же день, и снято это 13 июня. Да, кстати, я забыл сказать, что это видео как раз видите, может быть, числа 15-го, 16-го, и... сломалось, и, короче, скоро такая, что я экзамен это, ну, все написал пока, и жду результаты, так что пока что все хорошо, могу и не готовиться. Сам здравствуйте, это видео. Ага, сейчас гутайся, тут ты зажил, я говорю, я проходил, говорю, а так, я действительно почти каждого, почти. То есть можно убежать, что-то я... Здесь нельзя убежать, я не помню, как там убегали. Человек! Неужели ты не знаешь, как приветствовать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Ты моего роста, чё, что ты хочешь мне? Ты хочешь меня втащить? Очень смешно, спасибо. Хех, старый трюк с подушкой-пердушкой в руке. Да, я больше всегда смешно. Ладно, ты же человек. Я не... Я лис! Какой? Ну если человек оранжевый, сильный, да. Он просто хороший, он загорел просто хороший. В песке покупался. Вот умора, да, я сам скелет Санса, я его нигде не люблю. По идее, сейчас я должен следить за... Че, я нет, вообще, ну знаешь. Не особо интересно ловить кого-то. Ну вот мой брат, Папайрус, да, или Папирус самого написано. Он человек охотничий фанатик. Он не отпинает, да? И кстати, думаю, это он. Ну там, у меня есть идея. Мой бро сделал сели слишком широкий, чтобы хоть кто-то. Чтобы кого-то остановить. О! А почему лампа такой же, как я? Ну давай я пойду, хорошо. И меня даже не видно. Ну а чё как, бро? Эй, красиво! Простите? Да. Знаешь, чё как, бро? Уже прошло 8 дней, а ты до сих пор не откалибровал свои головоломки. Ты постоянно болтаешься вне поста, да. Чё за волосы летают, не помню. О, шерсть, фига. Я шерсть мангал нашёл, прикинь, вокруг меня такая белая шерсть, такая сказать. Кому к шерсти такой белый чуху так летает, короче, говорю, о, мангал, где мангал, да? Окей, не в этом, конечно, да. Чем ты вообще занимаешься? Пялишь на лампу, она хоть и крутая, хочешь блинуть? Нет, у меня нет на это времени, что если человек пройдет здесь? Откуда ты знал, что еще я должен пройти здесь? Я хочу быть готовым, я сам тем, кто станет... Нет, тем. Я, конечно, все понимаю, но что-то я в этот раз не понял. Кто поймает человека, а? Издевает, боже мой, надоело. Я записал сколько? Час видео сижу записывал, но я не могу же утомиться за час и хотеть спать. Ну подумаешь, я поспал несколько часов всего лишь, да. Да, я папиру до меня тут. Ну видите, увидите, получу все, чего. Получу все, чего я действительно заслуживаю. Почтение, признание, наконец, я смогу присоединиться к королевской страже. Все будет спросить, стать моим. Все будет просить стать моим другом. Нет, я буду купаться. Ты даже где поцелуй каждый раз. Каждый утро, ага. Как я, да, мангал, спасибо. Может эта лампа поможет тебе? Санс, ты не помогаешь, ты лентяй. Все, что ты делаешь, это сидишь, валяешь дурака. И сам говоришь, все ленивые или нет, каждый видео. Чем это? Эй, полегче, выполняет тонну работы сегодня. Скелетон. Скелетон, да? Это так, типа? Санс, ага, да брось, ты улыбаешься. Да, и мне это бесит. Эх, почему кто-то такой великий, как я, должен столько стараться, чтобы получить немного признания, да? Вау, звучит так, будто ты действительно работаешь над собой. До мозга и костей, да? А, ну да, штучка хорошая. Ах! Пойду займусь своими головоломками, да? Что за тебя и это твоя работа, короче, займись уже. И, а, и... Чё, опоз... А позвоночь ее? Хе-хе, как типа. Короче, да. Это, блин. Хе. Все, я могу выходить. Ок, можешь уже выходить. Давайте я уже надоело читать. Давай блин, посмотри, что он там прочитывает. Он тебе так нужно вернуть, если он вернется, тебе придется что-то там делать. Окей, ладно, я пошел дальше. Хотя, стой, не хочу навязываться, он может сделать мне одолжение. Реши что-то. Тут подумал бы, братья совсем привыкнул в последнее время. Он никогда не видел людей, если сейчас с тобой сделала его впечатление. Короче, да, не волнуйся, он не опасен. Даже если пытается таки показаться. В любом благодарности я буду впереди.
Так. Так, все равно прошло немного времени, так что, что, сундук еще есть? Я мозг кафеда, да, этим. Все. Так, зачем? Ты. Вы сморозили каламбур. Че, смешно или че? Это ничего, да? Ага. Все, можете я посижу? Да, господи. Последний раз вы смеете, сказал, что не смешно. Ты на чем смеешь? Какой? Да ты че? Да харе, да я. Да блин, я на 5 на кнопку нажал. Давайте я тебе. Пошутить, вы сморозили каламбур. Это че смешно, по-твоему? Ну, если честно, это вообще смешно, как бы, и че? Или тебе скелетонну показать, да? Или че у вас? Короче, пока, надоело мне с тобой возиться. Итак, как я уже рассказывал про Undyne. Ага. И чё? Транс, это боже, это же человек, да? Я лис. Такой. Если честно, думал, это камень. Так, да? Очень смешно. Да, и что перед камнем? Дерево. Дорога. Ну и вы. Боже мой, это же человек, да. А, у тебя сколько типа мысли, да? Вот так как я. Если дело тогда будет, я буду, я стану таким популярным. Человек, ты не пройдешь, я великий папирус, короче, да. Ты жопа. Ты даже. Да, затем я не знаю, что будет дальше, в любом случае продолжит как-то. Ты остаешься, смеешься, что же у тебя прошло неплохо. Не парься малой, я буду следить за тобой своими глазницами. Да, спасибо. Так, это будка. И... Комплимент. Моя шляпа слишком громкая, я не слышу. Какой смысл? Ты чё? Ты чё, ты издеваешься? Мне чё, опять бегать просто или чё? Я не хочу. Короче, ля-ля-ля-ля-ля, я из-за тебя просрал конфету, я просрал все. Моя игра лагать начала. Кто-то двигался? Нет. Там воображение. Двигайся, если что-то двигалось, к примеру, человек. Я позабочусь о том, чтобы никто больше не двигался. Нифига это логика. А я двигаюсь, видишь ли? Долго, погладить. Долго слишком подозрительный к вашим движениям. Не двигайся. Погладить. Погладить долго. Что? Меня погладили? Глыть, глыть, гладь, 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 гладь. Ага. Так, можно его починить? Вот это правильно. Все, сломался. Что там тут? О, обкуренные кости, да? Обкуренные нет, типа как бы. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ты такой лентяй и дремался. А еще должен, как называется, сон. Оправдание, нифига себе спать даже не должен, типа он. Ну вы поняли, да, типа, что если ты спишь, то ты слишком. Типа кто, да, это все ловушка, давайте промотаем сумки. Сам, что ты наделал? Это ж ты виноват. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Возьми это, пожалуйста. Уйди! Прорву тебе. Невероятно, ты... Я спину не прятался так быстро, потому что ты сделал следичок. О, шайк в голову пропал. О, здорово. Не понимаю, чё. О, покупатель. Ну давай. 15, а чё бы нет. Ещё давай. И ещё давай. Доброженная. Да, чё бы нет. Пиум. Так, это что такое? Это ловухи. Как... Не знаю, зачем мне тут. Человек, ты готов? Короче, долго мучился этой фигней, не мог никак. Я, конечно, помню, прочитал. Просто взял такой. И... Ну, типа, что-то снизу будет зачеркивать, да? Это, короче, поиск слов. А, если только я сейчас понял. Например, давайте найдем что-нибудь. Сигареты я нашел. Ну ладно. Я взял нашел. Санс, ничего не произошло. А, так, кроссворды, всякая фигня. Ха-ха-ха, да-да, люди очень были умные. Да я просто нажал случайно, так что не волнуйся.
Да, сейчас я на это тоже буду заканчивать, потому что я отговорился, да, я записываю в середине, чем более, если я делаю серии такие крутые, то они выходят чаще, потому что я их чаще снимаю, это логично. Я их просто, когда у меня есть видео, я их монтирую, так что все будет нормально. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться, и потом лайк уже поставить, что с самого начала, когда только зашли на видео. И поставить колокольчик, потому что из-за того колокольчика не приходит оповещение, нифига, так что... И вы хрен увидите мое видео, да, вот это типа, ну, обидно же, когда ты сидишь, снимаешь, а потом после этого, что никто не смотрит. Я буду заканчивать, чтобы хрен за это писал, в комментариях, все, всегда, всем пока. Пора привлечь внимание и сказку рассказать через века предания.